Приветствую вас на своем канале 18 соток. И сегодня покажу и расскажу вам о сорте острого перца, который называется пиковая дама. Вот так эффектно смотрится кустик перца сорта пиковая дама. Плоды здесь разнообразной окраски, в разной степени зрелости. Зреет перец от фиолетового цвета, потом становится оранжевым и биологической спелости ярко-красными. Плодов на кусту очень много. Куст смотрится так декоративно, так красиво, что украсит любой подоконник. Также этот сорт великолепно подходит для выращивания в открытом грунте. Это среднеспелый сорт. Созревает он за 90-100 дней. Куст округлой формы, как я сказала, высотой до 20-30 сантиметров. В биологической спелости, как я сказала, плоды красные. Но тут мы уже урожай собрали. Сильно зрелых плодов, наверное, я вам и не покажу. Эффектно смотрится на любом подоконнике. Я выращиваю в открытом грунте, так как места на подоконнике не всегда хватает. Ну, я думаю, украшением для любого подоконника этот сорт станет. Вот так выглядит плод пиковой дамы в разрезе. Толщина стенок около 1 мм. Перец очень сладкий по вкусу и в то же время острый. По шкале Сковила где-то 15-20 тысяч единиц. На этом обзор этого перца заканчиваю. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Буду знакомить вас с другими сортами острого перца.